Всем, ребят, привет! С вами Седой Копатель. Экспедиция состоялась на пару дней. Приехали к нам гости из Казани, с Волгограда. Серега, брата, вот Паша Казань. Вот Паша там еще. Егор приехал. Костяныч. Поехали на наши злачные места. Они, конечно, уже давно выбиты и до нас, но мы здесь начали разрабатывать фундаменты. Некоторые фундаменты дали хорошие результаты. Монеты очень хорошего результата просто лились рекой, ребята. Но на некоторых фундаментах. Ох, двушечка, да? Двушечка, ребята. Ребята, я О, там еще... Так, пытался натереть, ребята. Хотел натереть 25-й год, но, к сожалению, 24-й. На щелку нарвались. Ух ты, крупничок какой. Ну-ка, Сережа. Давай, я перепутал такой. Ух ты, там еще одна. Так, это трешка, да? Ну, помимо монет, были и еще интересные эксклюзивные находки из металлопластики. Вы смотрите, какой подвес охрана. Лес помыть. Лес ЗЖД. Северо-запад. Для разнообразия мы также посетили и заброшенные дома. Заглянули в прошлое. Что интересное там оставили, посмотрим. Ну а так в целом, заходим на наш новый Рутуб канал. Там вы увидите все наши экспедиции, новые экспедиции. Подписываемся и смотрим. Ну а мы начинаем. Итак, ребят, всем доброе утро. Чаепитие и пробуждение пацанов я вам не показывал. Но все равно день начинается. Находимся сейчас вот в такой заболоченной области. Пацаны там по верхам ходят, а я выискиваю новый фундамент. И вот сейчас вот забрел сюда. Страшно, клещей много. Вчера, да и сегодня уже пацаны с себя клещики снимали. Вот я сейчас с Пашей ищу достойное место. И вот, знаете, вот оно, заболоченное место, это и есть фундамент. Да, ребята. Но, к сожалению, сюда еще рановато возвращаться. Так что мы сейчас немножко повыше поднимемся. Здесь вот в лесочке еще два фундамента. Если какие-то там зацепы будут, то на них и останемся. Этот весь порядок домов в свое время давал хорошие находки. Вот, так что всем привет еще раз. Заготавливаемся плюшками, чайком и приятного просмотра. Ну а мы погнали искать старину. И, ребят, смотрите, здесь шурф кем-то разрабатывалось, а мы с Пашей пытались там за кем-то поковыряться. Находок там не было, и кто куда разошелся. Подошел на этот фундамент, сигналы были, но обломки. И вот, смотрите, что выпало. Ох, вы знаете, просто так я не снимаю. Это бутылочка Харьков. Тегаленика. Тагаленика. Или Тегаленика, не знаю. Информацию постараюсь найти по этой бутылочке. Если есть такая. Я просто первый раз такую вижу. Я имею в виду фирму такую. Тегаленика. Интересно, любопытно, самое главное целое. Паша даже подошел издалека. Вот такие, Паша, ты любишь маленькие, да? Не вздыхай, найдешь. Ладно, поехали. Ну что, ребята, вот хочу вам заснять находку Джека. Вот. Нечастые находки сегодня. И это у нас царица полей. Капуста ее еще называют. 1825 год. Но сохран хорош, бодрый. Вот такая вот монетка. Достаточно бодрая. Пацаны прям рядышком шурфят, ребят. Прям зачетно. Хорошая находка. Одна из лучших сегодня медных монет. Ладно, посмотрим. У нас еще время есть. Целые два дня.
Посмотрим. Итак, ребят, на шурфе выпала пуговка. Снимаю из-за того, что это не простая пуговка, а пуговка орлянка. Это находка Джека. Надписи не видно. Но все равно зачетно. Чистенько, аккуратненько. В коллекцию Джека. Волгоград. Волгоград. Итак, ребят, Волгоград с нами прощается. 134. Представляете, в Самару к нам приехал. Познакомились с некоторыми ценами мы в том году. Знакомый приезжал он к нам на коп. Ну что, находок немного, но как у тебя самочувствие, как состояние? Как... Состояние бодрячком. Бодрячком. Подзадолбался мало, да? Ну, хотел... Походки радуют. Радует все-таки, конечно. Да? А я хотел, блин, уж из... ты уж извини. Меди серебро у меня. Ты уж извини, нет. Но у нас иногда бывает побольше. Раз царь, два царь. Это советик, да? Советик, правильно. Три царь, четыре царь. В общем, четыре царя и царская пуговка. Ну и советы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь советов. Вот так вот. В Волгограде больше копаешь? Не всегда. А, кстати, он это вчера, пока нас ждал, на одно местечко у нас в лесок заскочил и... Ай, блин. И еще поднял там две деньги. Ну ладно, не столь важно. Вот, просто так взял и поднял две деньги. В общем, в Самару съездил. В гости к нам приехал, познакомился. Поквасились. В общем, вот так вот он, ребята. Вот с таким хабарком уезжает из Самары. В Волгограде больше находок? Видишь? Ну смотри, каких находок. Ну у нас сбиты. Если гильзы считать, то... Извини, гильзы нафиг не нужны. Ну ладно, давай, приятно было с тобой познакомиться еще раз. Вот, так что, давай, удачи. Будем. Вот, и счастливой тебе дороги. Самара, все. Спасибо за гостеприимство. Все, пока-пока. Ну а мы продолжаем, ребят. Ребят, не поленился. Из соседнего шурфа я выбрался. У них тут уже монетки. Нормально вылазит. Где Леша? Вон торчит перед катушками. Вон гурчик прям торчал. Ты его сейчас закопал. Простите. Ага. Ой, а сохран-то какой. Ой, а ты еще лопаты по ней. Ну, кто из нас, я еще не знаю. Ну да, они тут по очереди лопатки тягают. О, моя лопата. Вытащишь, нет? Нет, Сереж не вытащил. Потом Илюша, хлоп, вытащил, нет? Нет. И теперь трудно сказать, кто же по ней якнул. Пойдет. 11-й год. Пойдет, пойдет. Ну что, ребят, шурф дает немножко плоды. Очередная прозвонка. И выпало вот. Давай оба рука жопа, ёшкин кот, блин. Что Серёжа, что ты? Да вот он Серёжа тоже. Серёжа тоже засадил. Я её выкинул, я что-то не понял. Трёшка, 1909 год. Хорошая монетка. Хороший бодрый сохран. Хороший трёшечка. Пойдёт. Два брата акробата, рука жопы. Бьют медь. Это не кольцевики, чтобы по ним, блин, это не попасть. А это маленькие-маленькие. Только что, ребят, выключил камеру. Начал отходить. И там сигнал опять. Вот он здесь лежит прямо. Давай, катушка. Ближе, по-моему, ко мне. Ну, это монета должна быть стопудово. Да, 100%. Вот на этом фундаменте мусора как бы нету. Да что ты? Не возьмешь ты ее никогда. Глубоко что ли? Да нет, блин. Два деления всего-то. А вот она. Ох, двушечка, да? Двушечка, ребята. Позвони-ка еще. Ребята, там еще одна. Так, пытался натереть, ребята. Давай, бей. Хотел натереть 25-й год, но, к сожалению, 24-й. Вот здесь, туда ближе.
Ага, щелка, щелка. Да, упал, блин. На щелку нарвались. Опа! Ух ты, крупничок Сережечка. Какой. Ну-ка, Сережа. А, ты рано, Сережа. Давай, это, перекур у тебя все. Ух ты, там еще одна. Одна, блин. Так, это трешка, да. Трешка ближе Николаевская. К себе. Уберите руку. Уже, ага, хорош. Ага. Уроним, уроним. Что-то, блин. Он взял. Я ее, по-моему, видел. Вон она, трешечка, ледушка. Ледушка. Смотри, что поперло-то какое. Уходи оттуда. Вот это удачно я. Ладно, я перекурю. Подошел с камерой. А, все, откопали, я перекурю. Это двушка, ребята, 1908 год. Там еще есть. Там еще есть. Смотрите, пацаны, кто-то раньше здесь шурфил. Вот, и хорошо. Пацаны, пацаны пятачок вот начали шурфить. Пара метров. И вот в этом эпицентре монетки пошли. Хорошо, не психанули, прям, да? Прям онлайн. Три штуки выкупили, ребят. Ну, а, это 24-й еще там был? Ну да. Я и говорю, тер, чтобы 25-й был. Ладно, вот это срыть нахрен, потом в бачу. Упал, Санек. А может мне прийти, вот этот весь участок у вас забрать? Ну ты можешь вот отсюда начать. А не видишь, блядь, это вот бамбл, блядь, Костян говорит, бамбл. Да, да. Знаешь, мы сколько кирпичей перекидали сверху отсюда. Блин, ну вот так посмотреть, вот. Наш так лопаты, ешкин кот. Ну да, да. Вот эффект, а находки вон, видишь, с двух. Да. А где ты стоишь, там кирпичи, вообще невозможно лопат. Ага. Ладно, посмотрим. Решил, ребята, проверить. А вдруг еще монеты сниму. Фартовый онлайн. Угол, нет. Фартовый угол. Ну-ка, Илюх. Ну-ка, давай я это, другой клюшкой. Илюх. Да не. Я не смотрю, я по звуку ориентируюсь. Мелко что-то монетное. Вот на походу. Был у тебя. Да, вот она. Ну там два сигнала. Один какой-то советский, второй медный. Кто там? Не, Николашка, двушка. Докопались. Динозавров. Ну, по селу это видно двушка, да? Оно что, совет или что? Нет, царь. Николаевский образец. Я говорю, еще один какой-то другой сигнал. Там два сигнала. Нормальный сигнал. Два сигнала, говорю. Просто он в стенке был. Да что ты, блин? Я хоть не терочник, но я, блядь, вижу, что один сигнал. Вот там еще сигнал. Это говно. Надо распинать. Глубокий какой-то. Вот такие шурфы нам нравятся. Да. Сил придает сразу. Вот кольцо. Катин, пятак. Нет. Чё, нет, да. Она упакована, ребята. Да, надо подшибнуть. Ну что, ребят, окучиваем фундамент. Ага. Кто-то здесь начинал. Такой бардак. Гостеневый, да? Паша. Только что поднял монетку 20. Ой, что там у тебя пошло? 10 копеек. 31-й щитовик. А я выкопал 20-ку. 32-й. Тоже щитовик. Сережа там говорит, типа,
Вон сейчас вернусь к твоему находке. Сереж говорит, пускай Саша снимает, а ты, Илюш, копай. Я их отвлекаю. И бросил мне сюжет, он говорит, Саня, это надо заснять. Смотрите, батарейка. А здесь написано разные надписи. Да. Ну, да, ранее СССР. Что написано? Всесоюзная электрич. Электрич. Электрич какой-то. Смотри. Еще одна, походу. Да. Красная. А этому. А, ну да. Красная чего-то. Год не видно. Такая вот интересная находка. Тетерка там. Ребята, у Паши там копейка. Да, Паш? Угу. Дай гляну. 1800. Непонятно, Николай или конкурирующая фирма. 1800 какой-то год, да. Но она с запилами. Ну, у меня все уже, как обычно. Ну, в Самаре с запилами много. Добавим, добавим. Так что в Казани нет запилов, а у нас есть. У нас азартные в Самаре были люди раньше. Играли в игру «Орлянка». Вон Сережа там трет. Самую древнюю находку с этого фундамента. Еще. Да ладно. Подбросили, что ли? Да как нет, подбросил. Вот я выкопал сейчас со стены. Смотрите, какой сохран. Сохран пулевой. Ни одного окисла нету. Хотя с фундамента. 1-2 копейки, 1840 год, СН. Нифига себе. Да нет, с фундамента это видно, а это прям. Смотрите, как это четко. Да, вообще, как будто. На белый кирпич общий. Ой, чуть потерял, блин. Ну что, ребят, наплакал я земляному деду. Пацаны подтвердят. Я говорю, блин, вчера не было меди. Ну, царского ничего. Сегодня тоже. У всех, наверное, есть, а у меня нету. И вот выпало. Ну, какое! Ребят, смотрите, какой сохран. Пятнашечка. Царское серебро. 1908 год. Блин, такое ощущение, что на ней даже это, знаете... Имеется штемпельный блеск, смотрите. Муха не сидела. Не, мухи сидели стопудово. Штемпельный блеск. Вообще бомба. Да, еще должно быть стопудово. Ну что, ребят, вот с этими просторами у нас еще два комрада прощаются. Вот Илюха прощается. До свидания. И Серега. Ну и по традиции хочу показать их находки. Получилось у них вот так вот. Именно за сегодня. Я не снимал очень много монет. Кое-какие были, попали в кадр. Но что-то упустил. Хорошая у Сереги трешка 1903 год. Зачетная, бодрая. Остальные можно отметить. Двушка царская, копейка царская. Серебрушка у него сегодня одна, но она ушатана. Не знаю, почистится, нет. Но вот в таком. Штемпельный блеск. Да какой штемпель? Штемпельный у моей пятнашечки, там вообще огонь. Штемпельный блеск. Ну, блин, ну сравнить можно. У Люхи можно вот эту монетку. Они с Серегой ее сегодня выкопали. Как обычно бывает у них. Один металлоискатель, одна лопата. И Серега говорит, что давай ее разыграем, как в прошлый раз. Говорит, в какой руке? В левой, в правой? Я сказал, в левой. И она досталась Илюхе. Сережа говорит, я больше никогда не буду вам доверять. Потому что я правый. Правый. Правый сектор. Правый сектор. Так, и вот такая двушечка. 1911 год. Тоже бодрая монетка. Вообще зачетная. Вот. Ну, а в целом... Как-то вот так вот, ребят. Ничего сверхъестественного нет. Вот эта конина достаточно такая... толстая, не по размеру, а как бы вот, знаете, вот толстенько. И два колечка у Сереги, два крестика, пуговка орлянка обычная, пуговка гирька попалась напоследок.
И вот. Вот такая красивая. Да, твоя так лапша горит. Видишь, крадешь. Дым с тобой ходит. За собой лагерь убираем. Мы сейчас, наверное, переедем. И вот смотрите, как лапша горит, а? Лучше. Это не лапша, это литрушка. Лучше факела какого. Ты ничего не попутал там? А что ты не обзываешься? А, кстати, такой колокольчик еще был, ребят, зачетный. Жалко с утратами. Ну и все. Все, давайте, валите. Пока-пока. Валите, а мы поедем золото-бриллианты копать.